Отсюда видно хорошо. Около 17-16.30 с последнего этажа подъезда бросают мне в третий этаж в окна разбитие. Бросают вот такими осколками от плитки. Такие осколки довольно-таки приличные, большие. Видно, они везде тут разбросаны. Вот на крыше машины они отскочили, естественно. Такие вот дети у нас, или не дети. Консьержу сказала: мало ваших слов, нужны фотографии.